Общественная палата отчиталась о проделанной работе по мониторингу ситуации с общественным транспортом на городских и пригородных маршрутах. Пожалуй, каждый, кто пользуется общественным транспортом, не раз сталкивался с очевидными проблемами, существующими в этой сфере. Лидерами по обращениям у нас, значит, появились следующие такие, можно сказать, номинации. Общественный транспорт не возит льготников, то есть это вот эта категория, да, это у нас в числе лидеров. Мало ходит единиц транспорта, то есть люди недовольны существующими графиками, например. И плохо ходит транспорт в вечернее время. Как замечают эксперты, эти проблемы системные и регулярно возникают на определенных маршрутах. Речь прежде всего о транспорте в некоторые районы города, где нет дублирующих маршрутов. Мы привязаны только к одному маршруту. Улица Некрасова – это не такой отдаленный район города, но почему-то один единственный вид транспорта там. Проблема в том, что на данном маршруте в основном транспортные средства все, к сожалению, вот газельки, и они не в очень хорошем техническом состоянии. Может, в этом еще причина есть. В последнее время немножко, правда, стали разбавлять. Вот, ну, буквально как не дали сегодня, опять поступила жалоба от жителей, что где-то в 12 часов дня, час, не было опять 10-й маршрутки. Подобная проблема в районе возникла в связи с ликвидацией трамвайной линии, которая связывала этот район с основной инфраструктурой города. Но не только ликвидация устоявшихся маршрутов и видов транспорта является ключевой проблемой нашего города. Дело еще и в том, что в нашем регионе существует возможность осуществлять пассажирские перевозки без договоренности с представителями администрации города и области. На сегодняшний момент очень часто мы и с экранов телевизоров, и со страниц газет слышим оправдание чиновников, то, что мы не можем сейчас обеспечить транспортные потребности населения в полном объеме, где-то мы не можем там обеспечить перевозки льготников, потому что вот есть такие у нас бездоговорные перевозчики. Здесь, да, на самом деле федеральное законодательство действительно имеет такие пробелы, которым, собственно говоря, бездоговорные перевозчики в свое время воспользовались, подав в суд и отсудив для себя право работать без договора. По крайней мере, административная ответственность за работу без договора на сегодняшний момент на территории нашего региона отсутствует. Одним из решений подобной проблемы могло бы стать создание единой транспортной схемы всего пассажирского транспорта, связав городские и пригородные маршруты, исключив дублирующий транспорт. Но такая возможность может представиться лишь в том случае, если весь транспорт будет муниципальным. В 2016 году я все-таки надеюсь на то, что чиновники, действительно уже изучив проблему, поняв вопрос, все-таки разведут каким-то образом коммерческие маршруты с муниципальными, например. Потому что, извините, в условиях кризиса платить такие дотации МУПу, это достаточно расточительно. Итогом работы комиссии Общественной палаты Ивановской области станет встреча с ответственными чиновниками и общественностью, которая состоится в конце марта, начале апреля. На этой встрече предстоит принять ряд мер по улучшению транспортной ситуации в нашем городе. Александр Руденко, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.